потому что этому флакону я уже не изменяю лет 6, наверное. Уже 500-й флакончик может быть приобретен, я не считала, если честно, но я очень люблю этот парфюм. И люди, которые меня знают, говорят о том, что по этому аромату, в общем-то, меня можно уже узнавать издалека. То есть, когда люди ощущают где-то этот аромат, может быть, даже не на мне, как-то интуитивно вспоминают меня. Этот аромат действительно про меня. Аромат свежий. Такой цитрус, какие-то травы, может быть, цветы. Вот я не парфюмер, мне сложно сказать именно все те точные ноты, которые здесь запрятаны. Но я могу сказать, что это запах такого секса. Причем завуалированного, такого тайного. Какой-то такой непредательский аромат, который не раскрывает себя вот так вот полностью. Аромат, который нужно разгадать, который нужно почувствовать.